Птичку жалко. Из-за многочисленных жалоб ресторан «Лев и Птичка» на Большом проспекте по решению суда закрыт. Но, как выяснили наши корреспонденты, «Лев и Птичка» все еще принимают клиентов. В заведении немноголюдно, всего 2 человека, но и их быть не должно. Официально «Лев и Птичка» закрыт. Суд Петроградского района такое решение вынес еще с 29 января. По результатам рассмотрения Петроградским районным судом вынесено решение о временном приостановлении деятельности указанного предприятия общественного питания сроком на 45 суток. Закрытие ресторана жители дома номер 19 по Большому проспекту добивались несколько месяцев. Все дело в том, что в заведении используют неисправную вентиляцию. Прокурорская проверка опасения жителей подтвердила. Вентиляция действительно угрожает здоровью и жизни не только посетителей ресторана, но и жителей дома. Правда, сами рестораторы призывают не верить глазам, а верить их словам. По их мнению, ресторан не работает, а готовится к закрытию. Мы приходили при 129 числа, мы написали письмо на вывоз рабочих продуктов, заявление, ходатайство. Они нам дали отсрочку, и сегодня они придут закрывать. Правда, жители многоэтажного дома слова рестораторов опровергают. Продукты никто не вывозит, а совсем наоборот, поставляют. На кухне все так же продолжают готовить еду. Все запахи по каналу вентиляционному все равно идут в квартиры. Не только моей квартиры, но и на 4-й, на 5-й этаж, то есть по стояку, по каналу. Тем более, что канал-то там вентиляционный выдолблен под мангал. Чтобы все-таки исполнить решение суда, приставам пришлось еще раз выехать на объект и ресторан не только опечатать, но и отключить от электричества.